Меня зовут Наташа, я из города Тула. Во-первых, не верится, потому что на самом деле это вообще мой самый первый конкурс, в котором я участвую. Я буквально подготовилась за 3 дня, решила участвовать за 3 дня до конкурса. Меня зовут Ульяна, я из города Сарапула. Я участвовала в номинации «Женская стрижка» и «Окрашивание». Этот конкурс важен, может быть, для самой себя очень важен. Именно оценку очень значимых людей. Когда ты работаешь в своем салоне, и твои коллеги тебя хвалят, ну, это зона комфортности. А когда ты выходишь в другой мир с такими большими глазами, со страхами, когда тебя судят уважаемые жюри, это очень важно. И когда ты уже понимаешь, что ты на первом месте, ты чего-то достигла. Я заняла 3-е место в женской номинации. Ну, во-первых, это поднимает самооценку. А во-вторых, это все равно эмоции. Тебе хочется творить все больше, все лучше. Тебе хочется побеждать. Тебе просто появляется стремление не просто, да, где-то проседать вот на одном месте, топтаться на одном месте, но и идти вперед. Я считаю, что это очень важно для мастера, для творческой личности. У меня стаж работы 6 лет. Сейчас я понимаю, что я была простым рядовым парикмахером до тех пор, пока не узнала Деметриуса. Узнала Деметриуса, я стала расти, мои мечты стали реальностью. Я понимаю, что я могу больше и больше. То есть без учебы никуда, никуда. Когда ты сидишь, думаешь, что ты звезда, это только ты думаешь, ты не звезда. Всегда приятно, да, похвастаться, что вот я участвовала в конкурсе, не просто участвующая, заняла какое-то место. И я думаю, что я буду дальше участвовать и в конкурсах, и в фотоконкурсах. Здесь вообще все очень легко. Очень легко в плане того, что всегда как-то уютно, тепло и помогает.